Свое отношение к французскому руководству сегодня весьма эффектно выразил некий анонимный житель страны, вываливший перед парламентом Франции 20 тонн навоза. Инцидент, который полицейские назвали «вонючей атакой», произошел утром в четверг на площади перед Бурбонским дворцом. На грузовике, который привез сомнительный подарок представителям власти, было размещено послание президенту и кабинету. Я цитирую: «Олланд и остальные политики, убирайтесь! Да здравствует Шестая Республика!» Водителя арестовали, однако кто именно стоит за этой акцией с душком, пока непонятно. По некоторым данным, навоз в Париж отправила ассоциация конезаводчиков, недовольных повышением налогов с 7 до 20%. Местные журналисты иронизируют, как будто у президента Франсуа Олланда без этого мало проблем, так ему подсунули еще и кучу.